Деньги. Деньги отделяют имущих от неимущих. Терпение, бережливость, жертвенность. Это забота о будущем своей семьи и готовность нести ответственность за свои действия. Мистер Бёрд? Здрасте. Тревор Адамс, ФБР. Дорогой, что происходит? Мы полагаем, что партнер вашего мужа был убит. Что? Давайте перестанем притворяться. Вечно врать, прятаться. Вам не надоело? Мы приняли решение перебраться в более тихое место. Мам, что мы тут делаем? Твой папа отмывает деньги для мексиканского наркокартеля. Марти, где мои 5 миллионов? Кто-то скоро умрет. Спокойно. Почему мне кажется, что всем нам будет лучше, если ты умрешь? Марти! Твоя семья у нас. Пока не покончим с этим безумием. Боже, Марти, подумай хотя бы о детях. Я даю вам последний шанс. Очередное предательство. Ты долго это планировала? Ты совсем от меня закрылся. Добро пожаловать в последнее прибежище. Деньги, по сути, это мера принятых человеком решений. Мы справимся. Ради семьи. Озарк. Смотрите в августе на Lost Film TV.